Всем привет! Вы не поверите, это уже пятое видео, которое я пытаюсь заснять. Постоянно какие-нибудь случаются то посторонние звуки, то еще что-нибудь. Все, последняя попытка, и я сдаюсь. Это видео пытаюсь показать осеннее цветение наше текущее. Это цветет Шоу Вайт. Каждый раз ее показываю, то есть часто ее показываю, потому что она часто цветет. Все так же хороша, крупные цветы, аромат чудесный на всю лоджию. Дальше у нас Йорк отцветает. Мне кажется, держал он цветы, это Максима, в районе месяца. Тут у нас принцесса вся в цветоносиках, в дудочках. Ждем-с. Дальше. Этот гибрид. Часто его тоже показываю. Вот. Сделан в России. Ароматный, красивый цвет лепестков, очередной вот такой вариант цветения. Дальше, кто у нас есть? Дальше у нас есть цветочек скромной Велечки один. И рядышком Максима также отцветает, типовая. Вот, все, сезон Максима у меня заканчивается. И начинается сезон Лабиат. Вот такая вот типовая Лабиата. Красавица, полученная из Бразилии. И вот эта вот красавица, которая жует. Цветы все у меня обкусанные листья. Правда, не одна-одна. Есть еще другие. Вот. Про котлейку. Про Лабиату. Смотрите, живет, стоит она на полу. Свет прожекторов до нее не доходит. Кира, ну вот, сломала, по-моему, цветок. Пошла вон. Вот так вот и пытаемся заснять видео. Свет прожекторов не доходит. То есть, вполне неприхотливая, красивая, крупноцветковая, ароматная. Очень я люблю типовые лабиаты. Не только типовые, просто лабиаты люблю. Лабиаты Максима, мне кажется, это самое лучшее для домашнего цветения. Здесь у меня лабиаты Альба. Покупала две фласки. У Мики лабиат альбовая, семья альбовая. Но судя по тому, что у меня распускаются только альбовые, которые год подряд, причем в прошлом году пристраивала несколько альбовых, похоже, даже с фласками у Мики пересорт. То есть вот одна альбовая лабиата. Вот вторая бутон явно походу будет альбовый. Вот третья альбовая лабиата цветет. И вон там у нас спрятана в глубине четвертая альбовая лабиата. Так что царство белых цветов. Здесь у меня бутончики распускается тоже лабиата, но которая под рубру. Тут Максима семя Альба заканчивает свое цветение. Максима Альба, которая не заканчивает свое цветение. Вот ее следующий цветонос. По-моему, цветет она у меня с весны. Револьверно, постоянно. То есть весны она у меня без цветоносов не стояла. Вообще супер девочка. Это у меня Максима голубая, которая пришла пересортом. Но девочка очень изящная. В принципе, я ей довольна. У нее венозность ярко выражена, темная. Не фокусируется, но красивая. Дальше. Тут у нас софрик, огонечек одинокий. Дальше идет валькириана. Одна цирелла. Не фокусируемся. Дальше вон вторая цирелла распускается. Это типовая валькириана. А здесь у нас аметист. Это гибрид бросового кукулата на лилию пурпуату. Очень красивая. Живет у меня под потолком. Кудри распустила. Красивая. Мне нравится. Это Катрея. Дальше. Тут
вот у нас еще одна Максима голубая. Вот у нее менее темные прожилки. То есть она такая. Но зато так не вьет кудри, как та. Тут еще одна лелечка. Так, вот красавица. И здесь неожиданный подарок. Ну, как сказать подарок? Распустилась семевая львовая рубиценс. Так-то они у меня цветут всегда стабильно. Конец декабря, начало января. Вот такие вот пятнистые морды. А тут у нас достаточно долго уже фактически зима. Снег за бортом, холодно. Ну, видать, решила, что пора. Причем цветоносиков много. Но, к сожалению, будет опять поочередное цветение револьверное. Не массовое. Кс. Вот такие вот вредители на лоджии, которые поживали много-много на полу стоящих котлей. И не только котлей. На этом, наверное, все. То есть вот такое у нас... Так выглядит лоджия в начале ноября. Аромат, конечно, сбивает с ног. Для меня очень-очень сильная, очень большая интенсивность аромата. Что, ждем новых цветений. Бутончики у нас есть, как... Где-то я сегодня видела, но уже потеряла. А, вон она у меня. Это семиальбовая валькириана должна распуститься. Тут у меня кабачки динард. Ну и где-то еще бутончики видела от лабиат и остальных катюш. На этом всем пока, всем хорошего дня.